Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня мы проводим третий урок по программе Sculptes «Цифровая лепка». Поэтому я хочу вам рассказать более подробно. Закончили мы, по-моему, мы проходили на пикселы, как можно, как эти пикселы можно уменьшать, когда вы лепите фигурку через как раз Redic и через Redic Selection. Через эти, то есть это автоматика была, а это было как бы вручное. И через wireframe. То есть вот при включенном wireframe, через эту программу мы могли, вот видите, мы могли уменьшать. Это мы уже проходили. Я не буду сейчас на этом останавливаться. Сейчас мы обратно зайдем в Open. Открываем то, что мы делали. Я то не сохранил. Волоски, которые, ну, в принципе, вот. Но сейчас на W нажал, и так вот оно было. Мы будем здесь проходить сейчас маску. Маска. Без маски тоже никак нельзя, потому что маска — это то, что нам дает возможности делать то, те участки, на которых мы можем делать что-то. То есть вот я нажимаю на маску, горячая клавиша M. То есть я тоже английская M на клавиатуре можете включать. Вот этот зеленый, как бы, вот этот самый участок, который можно рисовать. Нажимаем на Ctrl и начинаем рисовать. Рисовать, что вам нужно, какие участки. Где темный вот этот участок, там вы не сможете на нем рисовать. Нажимаете вот кисть для проверки, да? Нажимаете кисть и начинаете рисовать. Все. Вы начинаете рисовать. Вы можете только рисовать вокруг. Где затемненное, там вы не туда, вы не сможете попадать, рисовать кистью. Только так. Потом, как делаете? Ctrl. Отпустили и решили, допустим, вот здесь обратно нарисовать что-то, да? То есть, забыли маску. Маска зелененькая, когда включена. Пожалуйста, вот здесь вы немного, как бы резинка, она стирает. Ничего не нажимаете, просто она резиночка. Раз. Все. И решили здесь тоже так же поднять. Вот, пожалуйста, здесь подняли наверх. Здесь подняли, пощелкали, побили. Глина плоская. Поэтому вот побили. Сделали что-то, какой вам участок нужен. Все. Нужно загладили. Тут тоже так же немного загладили. И как можно сделать? Нажимаете на Ctrl, щелкаете, и уже то, что было у вас выделено, переходит на полную фигуру, а там, где было закрыто, то есть вы можете через Ctrl и щелчок обратно возвращать. Ctrl, щелчок, обратно возвращать. И вот таким способом. Но а как убрать эту маску? А убравиться тоже. Также нажимаете Ctrl, проводите и отпускаете, и щелчок. Увы, у вас освобождается все полностью вот это. Ну вот смотрите, что можно сделать, какие участки можно убирать, какие можно оставлять. То есть сейчас мы это все обратно возьмем и немного загладим. И вот получилось, пожалуйста, вот эти участки, которые нам не надо было, мы его оставили, нарастили его, допустим, здесь какую-то эту выступ, может. Для чего-то это понадобится, да? Но мы делаем все спонтанно, необдуманно. Для чего мы это делаем, я просто показываю, что можно делать. Поэтому сейчас попробуем так, нажимаем на пробел. Увеличиваем и немножко так что-то сделаем, чтобы это показалось уже второй частью тела. Двухликий. Поэтому нажимаем на Drag, ну так поиграемся, да? Нажимаем на Drag, нажимаем на Alt, выделяем, и пожалуйста, уже двухликий получился. Так. Получается, что
маску, и еще есть способ очень интересный, я сейчас вам покажу. Так, нажимаете Ctrl, Ctrl, Shift и Alt вместе, и у вас появляется вот такая красный квадратик. Вы берете, отмечаете им, и, пожалуйста, у вас есть возможность, даже внутри увидеть его, да? У вас есть возможность через это добраться до нижней вот этой части, допустим. Потому что вот это просвечивается, где просвечивается, вы даже сквозь нее можете рисовать. Вот смотрите, сейчас возьмем, уменьшим, нажимаем на пробел, уменьшаем кисть и можем добраться вот до этих костяных усов, можно сказать, усы, можно усами их назвать. Вот, пожалуйста, смотрите, рисует сквозь шею, которая была, мешала, мы убрали и могли нарисовать что-то, добавить. Вот такой способ может быть, и легко, и теперь уже какие-то зубчики получились. То есть вы поняли, что мы можем, вот, да, смотрите, внутри просвечивается. То есть это, а теперь можно каким способом? Нажимаете Ctrl обратно, Shift и Alt, все вместе обратно держите и щелкаете, и у вас исчезает. То есть сейчас вернемся обратно. Еще есть какой способ, чтобы, допустим, эту часть у вас появилась, а это, наоборот, исчезло. То есть Ctrl, Shift и Ctrl, Shift и Alt. И просто проводите и щелчок делаете. Вот видите. Теперь уже эта часть у вас рисует. Эта часть у вас рисует. А это уже сквозная. То есть вот такой способ есть тоже рисования. А чтобы вернуть обратно, просто щелчок делаете. И все вернулось обратно. Очень интересно. Очень даже интересно. Почему? Потому что много способов, как можно сделать и иметь доступ. Вот, допустим, через сквозь шею вы смогли нанести вот эти зубчики на этих костяных усиков. То есть, значит, можно делать многое чего, и фантазия без ограничения. Ну, старайтесь сохраняться. Сохраняться, Авсава, да, сохраняйтесь. Вот, сохранение есть. Сохранили эту работку. И, пожалуйста, у вас появилась возможность делать, что-то менять, даже, как говорится, не убирая. Ну вот вы можете убрать и добраться до этих усиков. Поэтому увеличить можно и уменьшать. Ну, еще какие я тут могу вам подсказать кисти, да? А, забыл, да, еще. Вот смотрите, Ctrl-D. Ctrl-D, когда я нажимаю, да, смотрите, обозначается, да? То давайте я сейчас верну. Сначала я объясню. Вот смотрите, это все целое, да, глаза, это все целое. Нажимаю на Ctrl-D, смотрите, темнеет, щелкаю, и все. Это уже отдельно живет. Глаза отсоединились. То есть Ctrl-D, когда я нажал, я отделил, вот что я еще хотел. Вот я недавно что-то щелкнул так и посмотрел. Можно, оказывается, и отделять, что мы прилипали раньше, да, я когда говорил Ctrl-A, типа это все, что это будет постоянным так, и больше вы уже ничего. Нет. Ctrl-D обозначает, щелкайте, что жил отдельно, пожалуйста, живет отдельно. Вы можете это обратно взять и убрать. То есть вы взяли это и нажали на Delete и убрали глаза. И решили новые глаза поставить. Берете, вам эти глаза уже не нужны. И вы решили ему поставить новые глаза. Делаете новые глаза. Нажимая, так, вот здесь угло было открыто. Так, пожалуйста, подводите ближе сюда. Не соедините, ну, ближе. Потом нажимаете на Class. И уменьшаете. Уменьшаете, 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 потом переключаясь на кап, вап, и
подводите, и, пожалуйста, он может поменять вам глаза, сделать более интересные, широкие. То есть, значит, что можно делать? Вот, пожалуйста, вот, вот что можно делать. Я недавно только этим открыл для себя, ну, щелкнул тоже и получилось. Вот поэтому и вам хочу поделиться, что можно возвращать обратно. Вот теперь нажимаем на Ctrl-A, пожалуйста. Вот, обратно все соединилось вместе. Значит, можно выйти обратно, вернуться как? Нажимаете Ctrl-D и щелкаете, пожалуйста. И у вас обратно все живет отдельно. Вы можете отделять глаза обратно. И так что много способов, как это сделать. А теперь обратно, если хочете соединить, нажимаете на Ctrl-A и обратно живется вместе. И вы теперь видите, что все это литое. А если, допустим, вы хотели соединить, то, пожалуйста, нажали обратно на Ctrl-T, щелкнули, и у вас обратно же отдельные глаза. И от этого, то есть можно, и есть какие-то способы, как это сделать. Я вот недавно только это, да. И что дальше? Но, а теперь что? Допустим, вот вы, решили, допустим, Ctrl-A, давайте нажмем, решили вы это сохранить, работку, ну, уже сделали вы все ее, у вас она уже сделанная, и вы решили сохранить ее у себя, берете и сохраняете ее уже к себе, то есть вы создали ее и сохранили прямо на ях вам на рабочий стол. Сейчас ее покажу вам, что получилось. Вот. Сохранили рендеринг, она сохраняется. Она сохраняется. Щелкаем ОК. Убираем. Пожалуйста. Вот она сохранилась. Вот, пожалуйста, вам и картинка уже. Но вы можете еще что сделать? Вы можете сделать еще что-то такое более интересное. Заходим сюда. Заходим в бэкграунд. Можете ставить картинку прямо в этом. И это может, ну, два, допустим, какой-то там человек, образ какой-то, да. Но это не важно. Главное, что я что говорю, можно картинку еще вам какую-то поставить для этого. То есть природу я, допустим, давайте сейчас поставлю природу, да. Окей. Все, природу поставил. Окей. Вот, пожалуйста. Это существо живет на этой природе. Пожалуйста. Теперь я захотел и, допустим, ее поставил, сохранил на стол рабочий. Пожалуйста, сохранил. А у меня уже она была, но я сейчас заменю ее. И вы увидите, что вот обратно рендерик. А рендерик сохраняется. Все. Сохранилось. Окей. И, пожалуйста, смотрите. Вот. У меня сохранилась хранилка. Вот она, пожалуйста. Значит, что? Значит, можно и сохранять на каких-то там, строить что-то более интересное, фигурки, каким вы ставить на каких-то там хорошо нарисованную фигурку, там вы ее нарисуете. Там у меня есть еще и программа раскраски, там показано, как можно раскрашивать. Так что смотрите мои уроки, и много знаний получается в этой информации. Ну, на этом я заканчиваю. Продолжение еще будет. Заходите, смотрите. Много полезной информации. Что-то я сам нахожу, я буду делиться с вами. И понемножку вы будете быстрее осознавать, чем методом тыкания искать. То есть посмотрели программу, увидели и поняли, что вот, ну, лучший вариант. Знание – это большая сила. Да, не самому тыкать, а посмотрел видео, урок, и уже знаешь, что нужно делать. Но на этом пока. Всем удачи, нового поиска. Делитесь в интернете своей информацией. Всего хорошего.